Всем привет! Модные аксессуары, как и модная одежда, сменяют свои тренды и тенденции. И мы с вами заглянем на витрины магазинов, но не вещей одежды, а именно на витрины модных на сегодняшний день очков. И в сегодняшнем необычном видео я собираюсь подобрать себе очки для зрения. Основные тренды будущей весны и лета – ретро-модели, очки оверсайз, закрывающие половину лица, а также оправы ярких цветов и цветные линзы. Конечно же, классические черные очки – однозначно must-have в гардеробе каждой модницы. Коллекция не менее серьезная и придуманная, чем линия одежды или обуви. Тем более, что каждый сезон преподносит свои собственные сюрпризы.
Солнцезащитные очки этого сезона представлены сразу в несколько актуальных стилях. Главное правильно выбрать модель, индивидуальности вашего вкуса. Девочки, вот мои очки, которые я все-таки выбрала, решила вам показать. Это все-таки я остановилась на марке Tom Ford. Вот такие вот очки. Я, конечно же, не думала, что так будет все сложно выбирать себе очки. Еще тем более у меня такая интересная история произошла. Девчонки, чтобы вы понимали, это мои первые очки. Я себе ни разу никогда не покупала очки для зрения. В общем, прихожу я в магазин, я спрашиваю продавца, почем эти очки. Он мне говорит цену, я такая говорю, ну ладно, окей. Иду, как вы видели в видео, я там делала себе тест на зрение, там такой вот аппарат, огромнейший аппарат, они мне взяли, проверили мое зрение, то есть и получается, потом меня продавец спрашивает, какие бы вы хотели бы стекла. Я, конечно же, говорю, самые лучшие. И как раз в тот момент я понимаю, что, стекла отдельно. Тогда я вспоминаю, потому что кто-то там покупал очки, мне говорили, что само стекло, оно продается отдельно. В общем, да, на кассе я была в шоке, потому что там цена в дважды больше, чем я предполагала. Но ничего, сейчас я выбрала себе очки. Как вам? Нравятся они или нет? Напишите в комментариях. Я не знаю, это на самом деле очень сложно. И еще что меня немножко беспокоит. Меня беспокоит то, что я когда их одеваю, вот сейчас, например, я читаю что-то нормально. А когда я начинаю ходить в этих очках, у меня просто голова кружится, я не могу в них ходить. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, стекла неправильно подобраны, или я не могу понять, если у вас такая ситуация была, или у вас уже есть очки. Напишите мне в комментариях, нормально ли это, что когда я хожу, у меня голова кружится с ними. В общем, да, девчонки, вот так вот. Очки Tom Ford. Там были еще более тоньше, тоже форма такая более тоньше, но мне
мне понравилось это больше. Мне интересно, как вам моя форма, мои новые очки. Надеюсь, вам тоже понравилось.